Друзья, мы продолжаем гулять по старинным улицам старого Тбилиси, и вдруг мы встретили человека, молодого человека, по имени Торнике. Здравствуйте. Торнике, что вы предлагаете? Я предлагаю вам два музея. Так. Один музей — это музей иллюзий. Так. Ну там нечего признать, там иллюзии, там комнаты... иллюзии, так? Ну, необычные комнаты, что вы не видели. Ага. А второй музей — это музей разбитых отношений. Вот это очень интересно. Да. Вот расскажите про это поподробнее. Ну, это музей передвижной. Да. Первый в Грузии был, я не знаю, 15-й город, это Грузия. Ага. И в нем, ну, так сказать, ну, например, там монета. Ага. У этой монеты своя история, ну, правдивая. Ага. Она была причиной чьих-то разбитых отношений? Да. Или она осталась на память? Все, ага, да. Ага, на память о каких-то уже прошедших отношениях. Там не только монеты, там все, платья, ну, скажем, ага. Бутылка, майка, трусики и все такое. А, платья, например, в которых могли ходить на какие-то там, например, свидания, да? Да, первое свидание. Да, а этих отношений уже нет, а майка или там платья остались? Да, я думаю, что нет. Немые наблюдатели и свидетели того, что было, и уже нет. Да. Прекрасно. Это замечательный рассказ. Спасибо вам. Приятно познакомиться. Мне тоже.